Человек там посмотрел на природу, и у него состояние счастья. А это направление всех людей на вечную жизнь. Per esempio, una persona semplicemente guarda la natura e percepisce la felicità, e questo vuol dire che in realtà questa è la direzione, quindi, di tutte le persone verso la vita eterna. Самые элементарные действия, там, ну, человек там, ну, я не знаю, там, захотел в магазин выйти, ну, и вышел, да, и он же это сделал, у него же решение, да, это, этим он направляет на вечную жизнь. Вот любое решение, любое частное бытовое действие, все, что люди делают все вместе, это каждый направляет каждого на вечную жизнь. Per esempio, noi così vediamo che anche per esempio, anche quando una persona fa una decisione molto semplice, per esempio, prende una decisione molto semplice, quella di andare al negozio, anche questa diventa un'azione che indirizza questa persona verso la vita eterna. Кому-то что-то не, кого-то что-то не устраивает в его жизни, в жизни общества, и люди начинают упираться, начинают думать. И вот это их усилие понять и разобраться направляет всех людей на вечную жизнь. Per esempio, qualcuno non è soddisfatto della propria vita oppure della vita della società e così, per esempio, le loro azioni, anche le loro azioni quotidiane, iniziano a dirigere queste persone verso la vita eterna. И мы начинаем видеть, что бесконечное развитие – это просто частные действия всех людей. E così noi iniziamo a vedere che lo sviluppo infinito è semplicemente l'azione personale di tutte le persone. Но для этого нам нужно смотреть на коллективное сознание именно душой. Именно вот в голубом таком свете, в свете души находим всех людей, их мысли, их частные действия, так как душа одновременно в бесконечном будущем и там находится, то мы как бы раскрываем людям этот свет и всю эту технологию делаем, о которой сейчас говорили, нужно смотреть душой, как люди решают частные свои задачи. Ma per fare questo noi dobbiamo guardare la coscienza collettiva proprio con l'anima. Dobbiamo guardare con l'anima e dobbiamo vedere come le persone, per esempio, iniziano a risolvere i loro compiti personali.